Всем приветики. У меня вот была такая проблема, что в моих наушниках, которые подключены к компьютеру по USB, когда смотришь тихое видео, идет тишина, а потом резкий звук, идет щелчок. Вот когда, например, подключаешь к компьютеру колонки к разъему, аудиоразъему, то слышен такой треск. Когда их подключаешь и отключаешь, треск такой именно идет на колонках. Вот такое у меня в наушниках, когда звук затихает, потом резко звук начинается на тихих видео. Как будто бы вот подключение и отключение идет, ну как все равно в разъемах. А сейчас я подрегулировал энергосбережение, и это вроде бы пропало. Как это сделать? Решить эту проблему, вот как у меня. Идем в пуск. Панель управления. Электропитание. Настройки плана электропитания. Изменить дополнительные настройки питания. И дальше идем в параметры USB и выбираем параметр временного отключения USB порта. Стоит разрешено. Мы ставим запрещено. Нажимаем применить. И после этого должно улучшиться. Это вот состояние. Потому что у меня, когда было разрешено, оно щелкало, а я выставил запрещено, и у меня уже перестало щелкать. Я так понимаю, что оно периодически отключает USB устройство для экономии энергии. Из-за этого, вот когда наступает тишина, например, в каком-то моменте, допустим, видео, оно отключает USB устройство, а когда снова идет звук, оно включает, и слышно такой щелчок, типа включилось. Ну, как и разъем, аудиоразъем, только здесь USB разъем, щелкает как будто подключение. И это неприятно. Ты сидишь, а оно у тебя постоянно щелк-щелк. Ну, после тишины, когда звук идет, оно щелк-щелк, и как-то неприятно. Оставишь запрещено, и таких щелчков нет, потому что, ну, они постоянно будут, USB устройство, в моем случае наушники, постоянно подключены. Может быть, это и будет брать какую-то дополнительную энергию, но я думаю, не сильно много наушники возьмут энергию. Поэтому не страшно. Хотя это будет не только наушники, это вообще ко всем устройствам. Но все, что у меня сейчас подключено, это мышка, клавиатура, наушники и вебка. Вебка сейчас не работает, а клавиатура и мышка не так постоянно подключены, не отключаются. А вот наушники, они периодически отключаются. Но я думаю, если они будут постоянно подключены, ничего страшного от этого не будет. Так, и если, например, USB hub, это разветвлитель, подключаешь к USB-шке один приборчик, ну, то есть подключаешь разъем, а на выходе у тебя несколько USB-шников, но если все порты заняты USB-шниками, подключаешь USB hub, это такой разветвлитель, типа с одной USB на 4, там на 5, на 10, тоже бывают проблемы такие с USB-хабами. Я думаю, если выставить запрещено, то уже проблем с ними, с USB-хабами тоже не возникнет. То, что бывает с USB-хабами, тоже проблемы возникают именно из-за питания. Вот, если поставить запрещено, то я думаю, уже проблем вообще никаких не возникнет. А энергия, которая тянет, она вообще-то, я думаю, мизер. Комп намного больше тянет. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.